Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. На 336 рублей вырос прожиточный минимум в Кировской области. Сейчас он составляет 10 666 рублей на человека. Для трудоспособного населения 11 395 рублей. Рост по сравнению с первым кварталом на 341 рубль. Для пенсионеров 8 678 рублей. Плюс 225 рублей. Для детей 10 954. Плюс 493. Рубля. Прожиточный минимум корректируют по итогам каждого квартала. Он зависит от уровня цен на продукты питания, промтовары и услуги, среднего размера налоговых и других обязательных выплат. Программа «Экономика». На 6 миллиардов взял кировский бизнес льготных кредитов во время пандемии. 422 организации смогли получить беспроцентные займы на общую сумму 1,5 миллиарда. Еще 4 миллиарда 700 миллионов предпринимателей взяли под 2%. Такую льготу смогли получить 2178 бизнесменов. Еще 495 воспользовались кредитными каникулами и реструктуризировали 1 миллиард 800 миллионов рублей. Кроме того, Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства дополнительно получил более 167 миллионов из федерального бюджета. Эти средства бизнесмены смогут взять в виде льготных микрозаймов. На сегодняшний день такие займы уже получили 39 предпринимателей. Экономика на 101 FM. В Кирове закроется гипермаркет «Карусель». Речь о магазине, расположенном в торговом центре «Джим-молл». Сообщается, что последним рабочим днем магазина станет 30 августа. Он проработал в Кирове 10 лет. Закрытие связано с тем, что владельцы X5 Retail Group решили больше уделять внимание развитию сети магазинов у дома. Именно на них сейчас, по мнению бизнесменов, больше ориентируются потребители. Ранее компания заявила о намерении закрыть 20 гипермаркетов в стране. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73 рубля и 4 копейки, евро 86,62. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.